все правоохранительные органы превратились в организованную преступную группу. И в этой преступной группе состоят, конечно, не только полицейские следователи, но и, безусловно, судьи являются одним из главных таких фигурантов. И мы это в полной мере наблюдаем на происходящем прямо сейчас деле такого Яна Котелевского и его товарища по имени Александр Дорогов. Это очень важное дело, ну, то есть не отнеситесь к тому, что, знаете, ну, вот Навальный в первой половине программы говорит просто про всяких чуваков, которых пересажали. Поэтому это не очень важно. Дело Котелевского и Дорогова, оно реально очень важно, потому что постоянные зрители программы моей, вы знаете, наверное, Котелевского, или помните, это такой лысый чувак, который живет в Московской области. У них есть целая группа видеоблогеров, которые последние несколько лет занимаются борьбой вот именно с полицейским беспределом, и эта борьба у них в 90% случаев заключается в том, что они с камерой ходят и снимают различные нарушения, которые делают полицейские. И вот двух этих YouTube-блогеров, Котелевского и Дорогова, арестовали и посадили, возбудили против них уголовное дело. Сейчас они находятся в СИЗО. Их товарищ Андрей Филин об этом рассказал. Давайте посмотрим 59 секунд. Друзья, привет! Сегодня, 29 июля, были жестко задержаны количеством 20 бойцов СОБРа наши друзья и коллеги Александр Дорогов и Ян Котелевский. Задержаны, вы все знаете, за что? За свою правду, за свои расследования. Последние несколько роликов на канале Яна Котелевского касались ритуального бизнеса в Подмосковье. Многие из вас сталкивались с похоронами, а многим предстоит столкнуться. И все знают, что это очень недешево. Но так ли это на самом деле? В Раменском городском округе кто вывозит тело, тот и организовывает похороны. Почему-то так повелось. Тема страшная и тема очень прибыльная тем, кто ей занимается. Этим занимаются в том числе и, по заявлениям Дорогова и Котелевского, сотрудники полиции. Кто и как их крышует, предстоит узнать органам следствия. Но пока органы следствия допрашивают Котелевского и Дорогова. Ребята находятся в ИВСе в городе Лобне Московской области. И, насколько нам известно, полиция уже приступила к допросам. Ну вот эта информация была на сутки назад, сейчас и того, и другого арестовали. Котелевский делал различные расследования, вы слышали с классной фразой, многим из нас предстоит столкнуться с похоронами. Но штука в том, почему это очень важный кейс. Потому что Котелевский уже в течение нескольких лет просто реально бьется с мафией, именно такой судебно-полицейской из Московской области, и он попил у нее много крови, и они реально просто спали и видели несколько лет, чтобы посадить его, но никогда не решались, потому что, ну, вроде общественный резонанс. Самый известный кейс Котелевского, у него много, на самом деле, было кейсов, когда он разоблачал полицейских и судей подмосковных, но самый известный кейс заключался в том, что однажды он снимал отделение полиции. Ну, вот с камеры, как они ходили, он снимал его. И его задержали, потому что полицейские были очень недовольны, что он их снимает. Там дело касалось какого-то куска земли, который полицейские незаконно захватили. Они его задержали незаконно, затащили. А он их снимал и записывал аудио. И задержали и посадили его на 15 суток. Но штука в том, что Котелевский, когда его посадили, он свой телефон, какой-то у него был телефон такой с батарейкой хорошей, он его не выключил. И он, этот телефон, попал в вещдоки. И просто непрерывно записывал все, что происходит. И в частности, этот телефон, ну, вместе с вещдоками и материалами дела, принесли судье. Это у нас судья. Какая у нас там судья? Сейчас я вам точно скажу, чтобы мы... Судья Голышева. И на запись просто попало, как это судья Голышева объясняет полицейским, там несколько часов записи, и она им говорит, что ваши материалы все ерунда, вы все сделали неправильно, идите переписывайте, давайте я вам включу 1 минута 19 секунд, ну, там большая запись, которая вызвала грандиозный скандал, ну то есть все, эту судью нужно снимать, очевидный там преступный сговор, незаконный арест этого Котелевского, ну то есть прямо, ну прямо в самом делешнее настоящая уголовка по привлечению к административной, в этом случае, по аресту заведомо невиновного человека. Причем, это же уникальный случай, доказанная аудиозаписью, переговором судьи и начальника местного отделения полиции. Ну вот небольшой кусочек, минуты 19 секунд этого записи, этой записи. Забыли про понятого. Я понятого не хотел, чтобы не в понятой, а посторонняя ломанька. Аж хава.
Кого мы посторонние, знаешь, в итоге? Только сотрудники. В смысле, вы за суда, что ли? Узафан сочиняю или Ленинградский сочинить? Вообще тяжелое. Потому что посторонних нет. Суд орет, что все заинтересованы. Ну, правильно говорит ты. Вот. Еще листаю вниз консультант по поводу закрытого режимного объекта. Не могу ничего найти такого, что вот... А может, Алексей Олегович не может вам дать, не может позвонить сейчас. Не, а зачем? Ну, нет. Да он грамотный в этот момент. Для этого, для секретных документов мы не можем приобщить. Нам нужен какой-нибудь законодательный, какое-нибудь постановление или официальный приказ. Такой, нет, как ну что? Он два светлый, может подумать. Давайте ко мне позвоним. Ладно, а пусть думает тоже. Вот просто судья и полицейский сидят и обсуждают, как посадить невиновного человека. И она говорит, ну да, понятых нет, да. Он орет, он прав, конечно. И я вот думаю, а почему, значит, вы ему запрещали снимать? Нигде такого нет, давайте придумаем. И вот они обсуждают, реально, как посадить невиновного человека на 15 суток. И эту судью, конечно, нужно лишать статуса, нужно ее саму сажать. Был большой-большой скандал. Чем это все закончилось? Ничем. Она по-прежнему судья, но все-таки скандал был, и, естественно, эти полицейские, это судья и все они просто нарисовали у него на спине или на его вот прекрасной, замечательной лысой голове мишень. И его, и всех остальных с канала движения, там группа такая замечательная людей, я их давно знаю, они мои товарищи, очень хорошие ребята, они их реально просто последовательно пытаются посадить. И сейчас они сфабриковали дело, похоже на дело вот этого омбудсмена полиции. Они, я так понимаю, что суть заключается в том, что на Котелевского чуть ли на него не наехала машина, а потом сказали, о, да ты повредил наше имущество, потому что, значит, там она поцарапана, или что-то такое случилось. И обвинили в том, что они вымогают деньги у полицейского под предлогом того, что не будут писать на него заявление. Ну, то есть все строится на показаниях полицейских. Точно так же, как в деле Воронцова, омбудсмена полиции, когда один из полицейских сказал, ой, а он у меня вымогал деньги. Вымогал деньги, уголовное дело, поехал в СИЗО. И просто поскольку... такой период после принятия поправок Конституции наступил в нашей стране, что вообще беспредел происходит абсолютно любой, да, к сожалению, там, выходим мы на улице не так часто, как нужно выходить, но при этом уровне беспредела, они посмотрели, о, с омбудсменом дело прошло. И точно такое же дело возбудили против этих ребят, это очень важно следить за развитием событий, потому что здесь вот в прямом виде. Ментовско-судейская мафия, бандиты подмосковные сидят и сажают парней, которые с ними боролись, и боролись очень отважно. Зайдите, значит, на канал движения, зайдите на канал этого Котелевского, почитайте все, посмотрите, ну и поддержите его любым образом, потому что сейчас, конечно, нужен резонанс. Сажают людей так много сейчас, ну что вроде особо никто не пишет. Ну, я посмотрел про этих, там, Медиазон написал, еще кто-то. Хотя, это, конечно, суперрезонансное дело. Просто сажают активиста, который боролся с коррумпированными полицейскими и судьями, они его сажают ни за что.